Антон Бурный и Ольга Мажара. Шутки шоу. На Юмор ФМ. Давайте выясним, вот как раз-таки, насколько вы вообще далеки от этой жизни бренной. Да, ну, сериал на ТНТ называется «Бедные смеются, богатые плачут». А мы вас сейчас немножечко проштудируем по ценам. Вообще, в курсе ли вы? Поймем, насколько сильно вы успели оторваться от народа, что называется. Все очень просто. Да, сейчас Оля будет называть какую-то позицию. Ваша задача предположить, сколько это стоит. Да, поездка в метро по карте «Тройка». 62 рубля. 62. Со станции Сколково, по-моему, 62 рубля стоит. Так. Ну, я так же скажу. Я же думаю, 60. Я последний раз катался, 60 было. По карте «Тройка». Нет, а у вас просто. И карты такой нет, да? Не, надо подарить вам. «Тройка», я же на метро, вы что? Слушайте, ну, может быть, Сколково там 62, но вообще 54. Ну, просто из Сколково, это же МЦД, потом метро. Все, пересаживайся на метро. Ладно, идем дальше. Молоко. Смотря какое. Ну, вот давай примерно, плюс-минус. Ну, 50. 50? Да. Это какое? Птичье? Ну, белое точно. Я не особо разбираюсь в коровьем молоке, потому что я его не люблю с детства. Но я думаю, что оно стоит около 80 рублей. Вот, правильно. 70-100 рублей. Примерно вот такой вот разброс. Артишоки. На богатом что-то, да. Давайте артишоки. Ну, такие вот, которые это маринованные, там, 300 миллилитров. Баночка. Откуда ты все это знаешь? Я люблю их. 332 рубля 54 копейки. 486. Вот ты был ближе. Саша ближе, 40 рублей. Ну, так в среднем стоит. Значит, идем дальше. Дошик. Ой, я, кстати, недавно ел. Блин, ребята, я серьезно говорю, я вышел в 11 вечера с собакой гулять. А собака говорит, давай купим. Мы проходили мимо азбуки вкуса. Я захожу в азбуку с собакой и такой... Блин, что я что-то хочу съесть, что-то хочу. И там столько всего. И я такой смотрю на этот острый доширак. Это было невероятно прекрасно, ребята. Да? Я так наслаждался дома им. Так, а подожди, а сколько стоит? Слушай, что-то в районе, по-моему, 30 рублей, 34. В азбуке вкуса ты называешься? Ну, мне показалось. Там есть вообще, да, что-то вот такое? Серьезно? Нет, в азбуке есть доширак. Есть что-то дешевле 1000 рублей в азбуке вкуса? Слушай, 80 рублей. Тот, который в коробочке, 80. А есть без коробочки? Есть без коробочки. Просто в руке тебе... Кипятка в ладошку налили, наш жри, типа. Так, идем дальше. За 48 только так, да, сразу завариваешь во рту, понимаешь, кипяток. Оп, все. Яйца категория С1. Они очень подорожали. Они стоят 130 в среднем рублей, типа 100 с чем-то. А категория С1 вот меня интересует конкретно. Слушай, вот конкретно С1. Вот меня яйца вообще разоряют в последнее время, потому что я очень много стал есть яиц с утра, в обед, вечером, и это прям дорого. Ну, только да. На яйца и работаешь, получается. Ну, получается. Так. И дошик. Слушайте, ну, если прям вот разные яйца, там от 120-130, ну, я где-то в районе 200 вот так покупаю. О, да. Страусиные. Ну, нет, я думаю, страусиные подороже. Ну, вот С1 140 рублей. Ну, Ананки ближе. Да. Так, что идем дальше? Стейк семги. Ой. Килограмм. Мое любимое. Стейк семги килограмм. Ну, я думаю, рублей 675. Семги. Семга. 1200-1300. Ну вот сейчас мы взяли с Олей на самом деле такой средний ценничек по всей Москве. Да. Это примерно 2000 рублей сейчас стоит. Что? Серьезно? Серьезно. Как так? Подождите. А вот так? Всегда я всю жизнь ел стейк мяса за эти деньги, а рыба дешевле будет. Вот это моя боль теперь. Так, килограмм картошки. Давайте, только не мытый. Немытый? Да, грязный картошки. Грязные, немытые картошки, вот этой вот. Звучало как оскорбление вообще. Реально. Нет. Ну, я не знаю, 100. 100? 70, мне кажется. Да нет, 35 рублей. Да ёшки, а вот за 100 можно купить, в принципе, мыто. Ну и последний, перелет бизнес-класса Москва-Санкт-Петербург. Сегодня, 19 февраля. Антон вот лично выбирал бизнес-класс. Слушайте, на самом деле, я вот в этом вообще не скажу. Знаете почему? Потому что я не понимаю, как формулируются ценники. То есть я иногда захожу, один день ты смотришь, там, условно, билет стоит бизнес-классом, там, 10 тысяч рублей, а на следующий день ты заходишь, и тот же билет стоит 45 тысяч рублей. А вот так? Ну, давайте я скажу что-то среднее. Да-да-да, ну, типа, вот именно среднее показатель. 21. 21 тысяча рублей. Я никогда не летала бизнес-классом, я не знаю, сколько это стоит. Она прям пальцем в небо ткни тогда, любую цифру нам назови. 31 тысяча рублей. Ну, 25, но это было в пятницу, может, сейчас, конечно, уже и 31. И аплодисменты! Антон Бурный и Ольга Мажара. Шутки шоу на Юмор ФМ.